Центральный банк России опубликовал документ, в котором предложил участникам рынка и экспертному сообществу обсудить ключевые направления развития финансового рынка в условиях санкционных ограничений. Так, Центробанк поставил новую задачу – постепенно отказаться от валют недружественных стран – долларов и евро. Предполагается, что сокращение операций в токсичных валютах будет способствовать ускорению естественного процесса девалютизации. Под девалютизацией вкладов следует понимать постепенный перевод депозитов граждан и организаций из долларов и евро в рубли. В таком случае Центральный банк Российской Федерации видит способ спасения банковского сектора от возможного дефолта. Суть девалютизации состоит в том, чтобы по возможности ограничить или исключить использование российскими гражданами и предприятиями иностранной валюты в международных операциях, а также ограничить хождение иностранной валюты внутри страны. Смысл всех этих действий заключается в том, чтобы избежать рисков, связанных с различными недружественными действиями со стороны стран-эмитентов соответствующих валют, которые могут выразиться в заморозке банковских счетов, ограничении проведения платежей в соответствующих валютах. В ближайшей перспективе полностью отказаться от операций в долларах и евро не получится, но максимально снизить их влияние на российскую экономику все же возможно. На сегодняшний день мнения финансовых специалистов касательно прогнозов на будущее разнятся. По словам экспертов, на данный момент достаточно сложно сказать, как нынешняя экономическая ситуация отразится на рядовых гражданах. Однако основной риск, связанный с девалютизацией, они все же выделяют. Это невозможность или ограниченная возможность хранить свои средства в иностранной валюте в российских коммерческих банках. Уже сейчас многие коммерческие банки вводят дополнительные комиссии по валютным счетам, стараясь от этих счетов всеми способами избавиться. Таким образом, те, кто имеют валютные счета в российских банках, рано или поздно будут вынуждены либо конвертировать эти средства в рубли, либо забрать их из банков в виде наличной валюты. Позиция Центрального банка по вопросу девалютизации заключается в том, чтобы отвести российских граждан, российские компании и банки от потенциального удара антироссийских санкций. Центробанк намерен приложить все усилия для того, чтобы перенаправить граждан и компании в сторону использования российского рубля в международных операциях или использованию валют дружественных государств. Карина Саяхова, Универньюз.